Наш двухдневный семинар, в этот раз это два дня. Надеюсь, что программа была насыщенная и интересная. Вот. Значит, что? Сейчас торжественный момент. Как вот вы, может, догадались или нет, но у нас торжественный момент, и это момент вручения, в том числе, сертификата о том, что вы прошли обучение. Все прошли инструктаж обучения, в том числе и по веб-порталу, и по продукту. И, наверное, мы вот начнем сейчас с этого. Мы зачитаем ваши имена и торжественно вызовем вас Для получения. Все ли готовы? Итак, зачитывать будет Катя. Разогрели ладошки. Да, ваш тренер. Итак, собрались? А я буду вручать памятный подарок. Да. Итак, сертификат об окончании курса системы авторизованных партнеров в мире вручается Рыжик Алексей. Правильно? Да. Алексей, вам вручается сертификат. И джентльменский набор. Это подтверждение, да. Как подтверждение дополнительное. Пожалуйста. Диплом вручается Шуварикову Михаилу. Четвертый раз. Хотим отметить. Спасибо. Вопрос. И памятный подарок. Спасибо. Диплом вручается Худяковой Екатерине. Катя к нам ехала издалека. Целых полтора часа летела. Поздравляю вас. Спасибо. Да? Снимай. В данном случае... Снимай меня. Неверов Василий. На камеру, на камеру. 58-й диплом. Всего лишь 9-й диплом. Так, куда? Чайный сервис. Он дал только уже набор, скоро будет. Да, для вас чайный сервис. Диплом вручается Левенко Андрею. Поздравляем вас. Подарок. Сертификат вручается Зварыгину Дмитрию. Дмитрий, неожиданный подарок. Да, специальный. Эксклюзив. Диплом вручается Ахметшину Денису. И на слабый аплодисмент, как будто на человек 8. Денис, вот он победитель пришел. Денис Ахметшин! Василий, помогай, у меня уже голос сел. Денис. Сертификат вручается. Луковников Сергей. Правильно прочитали? Да. У нас специальные люди, специальные одежды, специальные... Всем авторизированным партнерам. Спасибо. Заведено генеральным директором. Спасибо. Все непросто. Сертификат вручается Никитин Николай. Еще один специальный человек. Специальный. Где у нас Никитин Николай? Да, прям под свет. Вергай Алексей получает торжественно подошвы, бурные, неполкаемые сертификат. Готовится Баранкина Мария. Сертификат вручается главному эксперту сегодняшнего дня, Целищеву Алексею. Нет, нет, нет. Так, ну что, у нас есть полный набор частей. Тебе зеленую надо было, но она не выпускается. Диплом вручается Беспалову Сергею! Всего хорошего. Приезжайте к нам, снова всегда радуемся. Мы еще не прощаемся, да, хорошая продажа, хорошего настроения. Готовится Давыдов Эмиль. Давыдов Эмиль, как он готовится? Да. Готовится. Давыдов Эмиль, неожиданно, это сертификат. Это совсем и это супер набор. Кожевникова Наталья.
Катя, зачитывай. Сертификат вручается Боевой Светлане. Спасибо. Так. И понятно. Сертификат вручается Гарайне Наталье. Спасибо вам. У всех есть сертификаты. Правильно ли везде написаны имена, фамилии? Я три раза проверял, но вдруг... Все ли посмотрели, что в пакетиках? Ни у кого лишнего. Ни у кого ли ничего лишнего? А может, пустые? Пустые, проверьте. Значит, внутри так называемые чашки, это не просто чашки, а чашки с историческими мотивами. Кто не видел? Да, это чтобы помнили нашу историю. Нет, надеюсь, они повысят продажи. Да, я они специальные. Как только человек выпивает любой напиток, сразу просто человек прет продавать технику в мире. Да? У нас волшебные чашки. Вы думаете, просто так, что ли? А можно чашки какие-то такие, чтобы можно чай налить? Я в салоне выставил, и человек просто перло, чтобы купил что ли? Это когда они собираются в пятером, эти чашки, после пяти курсов, они дают такой эффект. Мне сказать, что мне надо... Да. Выключайте. Ты думаешь? Потом еще включим. Василий, мы еще увидимся сегодня. Тогда будет на другую вещь.